В Белэкспоцентре открылась традиционная 22-я по счету межрегиональная новогодняя выставка. Почти 300 предприятий из России, Белоруссии, Украины и Монголии представили свою продукцию на стендах главной торгово-выставочной площадки региона. Это новогодние подарки, игрушки, сувениры, блюда к праздничному столу. Новогодняя выставка будет ждать гостей 4 дня и закроется 16 декабря. Выставка завершает выставочно-ярмарочный сезон 2017 года. Завершает на хорошей ноте, с хорошим настроением, с хорошими результатами для тех людей, которые сюда приезжают на нашу выставку. Мы очень удовлетворены тем, как у нас сложилось в этом году. Сегодня же представители торгово-промышленной палаты и Белэкспоцентра наградили почетными дипломами представителей средств массовой информации, наиболее активно освещавших работу выставочного центра. Среди них и телерадиокомпания «Мир Белогорья». Награждаются телеканал «Мир Белогорья», радио «Мира Белогорья» и интернет-портал телерадиокомпании «Мир Белогорья» mirbelogorya.ru. В Белэкспоцентре открылась традиционная 22-я по счету межрегиональная новогодняя выставка. Почти 300 предприятий из России, Белоруссии, Украины и Монголии представили свою продукцию на стендах главной торгово-выставочной площадки региона. Это новогодние подарки, игрушки, сувениры, блюда к праздничному столу. Новогодняя выставка будет ждать гостей 4 дня и закроется 16 декабря. Выставка завершает выставочно-ярмарочный сезон 2017 года, завершает на хорошей ноте, с хорошим настроением, с хорошими результатами для тех людей, которые сюда приезжают на нашу выставку. Мы очень удовлетворены тем, как у нас сложилось в этом году. Сегодня же представители торгово-промышленной палаты и Белэкспоцентра наградили почетными дипломами представителей средств массовой информации, наиболее активно освещавших работу выставочного центра. Среди них и телерадиокомпания «Мир Белогорья». Награждаются телеканал «Мир Белогорья», радио «Мира Белогорья» и интернет-портал телерадиокомпании «Мир Белогорья» mirbelogorya.ru.